Всех приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость в Турции», Paradise Alanya. Я сегодня приехал в район Опа, Гёль. Тут продаются несколько квартир. Просторные, 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Я раньше тут снимал ролик. Так как все цены взлетели, очень выгодный проект с 6 квартирами. Он был сдан 16 лет тому назад. Сейчас покажу я вам его. Так, вот это здание. Рядом есть такой большой парк. Шума такого нету. Там маленькая дорожка. Вот. В этом здании у нас 6 квартир больших, просторных. Допустим, здесь 140 квадратных метров, 2 плюс 1. 150 квадратных метров, 3 плюс 1. Цены 115 тысяч евро, 120, 120 и выше поднимаются. Смотрите. Для больших семей. И также есть двухуровневые квартиры. 4 плюс 1 и 4 плюс 1. 280 квадратных метров. Жилая там, нужно 18% вычесть, чтобы вытащить из брутто жилую площадь. Ну, я на глаз буду вам говорить, сколько там. Я снимал здесь ролик, старый ролик, можете посмотреть. Поделюсь как-нибудь. Так. Сейчас надо мне открыть двери. Так, пауза. Ухоженный вот этот проект. Здесь у нас открытый бассейн. Расстояние до моря максимум 420 метров до воды. Это престижный район Обайгёль. Многие знают его. Вот у нас несколько квартир смотрят в эту сторону, а несколько в ту сторону. Есть под любой вкус. Один у нас застекленный, вот тот. Сейчас я вам покажу. Советую, если ищете большую квартиру, берите, не пожалеете. Я такое не говорил, вот первый раз сказал. Я его закрыл. Ага. Но пандуса нету. 4 ступеньки. 5 ступенек. Так. Свет включись. А, тут по времени. Ага. Здесь у нас один лифт. Вместимость 6 человек. Сейчас я вам покажу квартиру на первом этаже. 2 плюс 1. Вторая квартира. Первая квартира. Я их снимал тут. Вот это одна квартира, а это другая. Столько ключей. Так. Ну, вроде это оставляют. Закрыть. Вот. Большая прихожая комната. Я тут отмерял квадратный метр, здесь кажется 10-11 квадратных метров. Не хочу заново измерять. Большая прихожая. Санузел огромный. Цена этой квартиры это 3 плюс 1. 120 тысяч евро. Видите, да? Здесь у нас огромная спальня хозяйская. Также есть кондиционеры в квартире. Нужно купить мебель и переехать жить. Вот там вид. Сейчас покажу. Здесь у нас вторая большая спальня.
Тут балкончик смотрит на дорогу. Эта спальня поменьше. Где-то здесь 12,5 квадратных метров. И вот огромная гостиная комната. Вот совмещенная с кухней. Здесь есть бытовая техника, сильно люксел. В гостиной комнате у нас установлен ламинат. Кондиционеры фирмы. Близ. Впервые вижу в Алании. И вот у нас также балкон. Это у нас 3 плюс 1. 120 тысяч евро. У всех квартир есть торг от дяди Агаси. Это квартира инвестора, он то время покупал, 10 лет тому назад, сейчас продает. Ага. Видеть на парк. Эта сторона у нас северо-запад. Море там. Вот эта квартира северо-запад. Тут летом прохладно. То, что у нас в Алании 6-7 месяцев. Тепло, сами уже знаете, даже 8 месяцев, скажем, как минимум. Зима 3 месяца, но эта зима какая-то нестандартная во всем мире. Такого 50 лет в Алании не было, все так говорят. Сейчас я покажу вам квартиру номер 2. Квартира номер 2. Тут. Где у нас счетчик? Тоже большая прихожая. Эта планировка у нас 2 плюс 1. Она очень большая. Санузел. Тут спальня. Ого-го! Можно в футбол поиграть. Удобно. Нужно измерить. Здесь 17 квадратных метров, вот только вот эта спальня. Вот. А эта спальня, она побольше. Двадцать два квадратных метра. Что-то не видно. Вот 22 квадратных метра. Еще 2-3 квадратных метра вот здесь. Я это не рассчитал. Короче, 24 квадратных метра. Только спальня. Гостиная комната тоже. Она очень большая. Здесь 40 квадратных метров как минимум. И у нас здесь балкончик. Вот. Большой балкончик, который можно также застеклить. Эта сторона восточная, смотрит на бассейн. Здесь бассейн. Я сейчас поднимусь на верхние этажи. Это был как второй этаж. Или нет, первый высокий. Я поднялся на третий этаж. Он как четвертый. Вот, 142 тысячи евро, 3 плюс 1, 150 квадратных метров. Также есть на нижнем этаже, он как второй этаж,
120 тысяч евро, 2 плюс 1. Тоже прихожая. И здесь у нас... Я хочу быстренько короткий ролик снять, а то... Не хочу утомлять. Здесь балкон. Смотрит на соседнее здание. Также видит парк, эта сторона южная. Здесь такой вот санузел. Спальня. Тоже душевая кабинка. Идентичная планировка, как на нижнем этаже. Видно соседнее здание и вот бассейн снизу. Это сторона восточная. Так. Это та спальня, как внизу была. 12,5 квадратных метров. Здесь, например, есть бытовая техника фирмы БК. Но этот балкон застекленный. Тоже Люксел фирма, посудомойка фирмы Бека, люстру заберем. Так, и вот здесь бассейн, сторона восток-юг. И покажу вам дуплекс квартиру одну. Это квартира номер 17. Здесь 145 тысяч евро цена. 4 плюс 1 дуплекс. 280 квадратных метров брутто. Жилая где-то 230-240. Прихожая. Тут санузел. Угу. Извиняюсь, если быстро снимаю, потому что уже 12 минут ролик. Первая спальня. Тут балкон. Вид на горы. Красиво. Тут дорога. Но мало тут ездит, не совсем там много машин. Первая береговая линия, там впереди 400 метров. В той стороне школа. Пим-пум! Это что такое? Я в шоке, кажется, здесь 90 квадратов было метров. Сейчас, сейчас. Нижний этаж только у нас. Секунду. Измерим. Так. Я от мебели отмеряю. 82 квадратных метра. Вот отсюда до туда. Найдите мне такую квартиру с такой ценой. 145 тысяч евро. Вид. Смотрите, какой вид. Вид на парк. Птички поют. Я тоже спою. Вот. Вид на горы. Вид на крепость Алании. Звоните. Не упускайте. Тиф-тиф-тиф-тиф. Поднимемся на верхний этаж.
деревянные лесенки. Тут мансард. Головой стукнусь. И здесь видите, да, большое пространство здесь. Поднимемся, терраса. Вид на горы, вот там на вершинах гор снег, из-за этого холодно. Март месяц, конец уже, там мало осталось. Что случилось? Ситуация. Вторая спальня большая. Одна была внизу, это вторая спальня. Стекло. Ну, высота потолка вот здесь высоко, а дом косо идет вниз. Здесь у нас кладовка. Где-то 5-6 квадратных метров. Здесь санузел с ванной большой тоже. Здесь третья спальня большая. Вид на горы. Так. И здесь у нас спальня. Четвертая спальня. 4+1. Вид тоже на крепость Алани. Еще одна есть дуплекс, она подешевле, но смотрит в северную сторону, то есть в восточную сторону, 142 тысячи евро. Но вида такого нет, там в ту сторону смотрит, противоположную сторону оттуда. Давайте я выйду на природу. Так, дорогие зрители, звоните. Пишите по номеру +90 555 064 91 10. Торгу этих квартир у всех уместят, так как это продает инвестор. У меня хорошие скидки. В общем, ничего не скажу. Всем пока-пока.